деньги. Только начал снимать. Привет. Вот мы выдвигаемся. 15, 16, 17, 18. В общем, да, выезжаем мы с Римчика со стоянки. 21. Пока хватит. Выехали с Риги. Следующая остановка Таллин. А, вот это последняя заправка Неста, латвийская. Помним, помним. Помним, да. Все. Айнаш, последний латвийский городок. Таллин. А, сорян. Жми пока на паузу, мы должны еще проехать. Прощаемся с Латвией, подъезжаем к границе с Эстонией. Скоро Латвия останется позади. Вот граница, тормозим. Сейчас посмотрим, проскочим ее или эстонцы скажут притормозить. Все. Латвийская граница, проходим спокойно. Латвийскую прошли. Нет, не прошли, вот проходим латвийскую. Да, латвийская спокойно. Все, пока-пока, Латвия. Все, эстонские знаки. Музыка сюда поехала. Да, все, приехали в Эстонию. Пересекли границу с Эстонией. Ну, точнее, не пересекли, а на границе находимся. Дети прикалываются. Венька. Меня не догоните. Снимай, Таллин. Приехали в Таллин. Уже знак города был. В общем, ехали в Таллин. Что будет дальше, не знаем. Следующая точка — это паром Финляндия. А пока все. Находимся в Таллине, ждем паром, пытаемся поспать. Вряд ли получится, потому что сейчас 4 утра и довольно уже светло. Дети где-то шляются. Детей потеряли. Пока спали, они ушли. А сейчас посмотрим, где они. Вон Бирок зато с нами. А вот тут непонятно, Антон, непонятно. Давай еще прогуляемся. Еще? Ну да, я же люблю гулять. Давно не гуляли. Ну, пошли. Мы все время там полики болбались. Фрукты. Ну, это... Что, где мы? Где мы? На улице. Нет, город, страна. Да, не новая страна. Мы не в Латвии. Не мы, в какой стране? Забыл? Мы в главном городе. На каком городе? Я забыл. Мы в... Стой! Главный город Эстонии. И какой же? Эстония. Давай далеко-далеко. Мы их слышим, но не видим. В общем, попробуем хотя бы полчасика поспать. Увидимся на пароме. Пятый, кстати, сразу.
забрались из Таллина на паром. Сейчас поплывем. Поплывем или пойдем, правильно? Смотри. В Хельсинки. Да. Смотри туда. Добро пожаловать в Финляндию! Мы перебрались через залив. И вот Хельсинки. Да, теперь задача дойти до Санкт-Москвы. Санкт-Петербург. До России, до границы доехать. Да, хотел. Ну и врубай. Так. Это вот как машина приехала. Типа мы в Хельсинки едем, к самому центру. Проехали финскую границу, едем в серой зоне сейчас, до российской границы. Серая зона 6 километров. На финской границе были приключения, об этом, наверное, расскажем позже чуть-чуть. Мы прошли границу, и мы находимся на территории Российской Федерации. Едем в Питер, мы это сделали. Финнов прошли, русских прошли, едем. Так. Почти 11. Белые ночи из Санкт-Петербурга. Да, кстати, на камере темнее. Вверх вообще белый. Реально как днем. Гуляем по Таврическому саду. Задержались в Питере. Вот мы поплывем сейчас по реке. Забыла. Нева. Нет, Нева. Из Нева, из Нева. То, вот наши сопровождающие. Здание Сената и Синода. Сенат был высшим государственным органом, подчинявшимся только императору, а Синод – высшим духовным органом. На самом деле, это не одно здание, а два соединенные арки. Когда мы поравняемся с площадью… Школьных лет для учащихся старших классов. Oh.
Красавчик. Ну, поехал, поехал. Ну, ты смотри, не на меня, а на дорогу. Так, мы остановились в городе Вологда. Мы потом, наверное, снимем что-то отдельное, более красивое. Беруха с нами. Дети еще спят. Балкончик. Стоит машина с запаской уже. Городок Буй. Бероху надо попить. Российская деревушка. Мы в Кирове. Гуляем перед выездом в Екатеринбург. По небольшой аллее, чтобы ножки размять перед отъездом. В общем, Киров не получится посмотреть, так как у нас собак, и на такси не берут собак. И, в общем, просто погуляем здесь немножко и в Екатеринбург поедем. Здесь облака? Нет, пара. Облака чуть выше. Алло, народ, привет из Екатеринбурга. Мы в парке Радуги, идем кататься на колесо обозрения, сделаем небольшой репортажик оттуда. Екатеринбург, кольцо обозрения, Веня. Веня, Веня, Веня. Веня в Екатеринбурге. Смотрите на этот фонтан, просто кровище. Поднимаемся наверх. И это он становится страшнее и страшнее. Трасса картингов. А давайте попробуем маму найти. Она где-то на скамейке должна быть. Давайте мы найдем небоскреб. О, смотрите, горы, это же Урал. Да. Уральские горы, вот они. Да, они такие же небольшие. 1,8 километра высоту. Видно. Всю трассу. Да, скажем, что перестали раскачивать, когда прочитали правила. Смотрите, мы просто на вершине. Екатеринбург! Смотрите, мы просто выше этого здания просто. Смотрите, мы выше этого здания. Что-то как-то быстрее, да? Нет. Я уже не иду. Но Высоцкого не видно. Я не знаю, небоскреб же высокий должен быть. Но зато Урал виден. Ну, точнее, не сам Урал, а Уральские горы. Екатеринбург. Снова. Фонтаны. Наташа, обернись. Помахай ручкой. Снова фонтаны. 25 километров. Мы
находится у нас в краевой площадке, возможно, открыть для себя Екатеринбург по-новому. Автомобили по Сибирскому тракту, воздушные ворота современного Екатеринбурга – это аэропорт Кольцово, один из самых крупных в России. Город очень удобно расположен с географической точки зрения. Высоты 176 метров. Кажется, что туристические карты не нужны. На город посмотреть? Как на ладони. Главной водной артерией города является река и сеть. Ее приток Тавола. Длина составляет 606 километров. Сюда прошло. Он просто улетел в космос. Неповторимая атмосфера духовного и научного центра. Татищи и генерал Евгений Дагея. Он будет установлен на том месте, где начиналось возведение города. Сейчас это место. Дом Бажова на углу улиц Чапаева и Большакова до сих пор знают в Екатеринбурге все. Мы приехали в Сибирь, едем в сторону Омска. Город Омск. Выезжаем отсюда, едем в сторону Новосибирска. Выехали из Новосибирска, и у буса стрельнуло колесо. Скорее всего, будем останавливаться в Кемерово. Красноярск уже выйдем завтра. Так что так. Застряли в Кемерово. На паузе. На одну ночь задержимся здесь. И только завтра выезжаем в Красноярск. Где мы, непонятно, но судя по окружающей среде, мы, да, в глубинке России. Отдыхаем в Кемерово. Середина пути пройдена. Заслуженный отдых. Махаем ручками. Леня. Селфи. Да. Вон, Леня, смотри в окошко. В окошко смотри, Красноярск. Обалдеть, какой он здоровый. Не, ну. Вы посмотрите на этот город. Да. Офигеть. Какой он громадный. Я хочу его сфоткать. Давай. Всем привет. Красноярск. Мы добрались. Мне звонят. Все звонят? Ладно, мы в Красноярске. Город Саявск. Парканулись здесь, недалеко от Иркутска. Ко мне! Красавчик! Привет, мы в Иркутске. Ванесса, привет. Едем дальше в Улун... И лежачий полицейский впереди. Улун-Дэ или как-то там. Да, это Байкал. Смотри, Венес. Самое глубокое озеро в мире. Вот оно. И самое большое в Европе.
Нет, смотри! Нет, цветочек не могу. Какое громадное озеро! И проверить, что Наташка, снимай все! Тоннеля, потому что это выглядит безумно интересно, ставимся. Ну чё, вообще красота какая нереальная! Страшный монстр, потому что хп у меня, к сожалению, немного, и мне бы не помешало найти немного яблок. Так, ладно, красиво! Проверим. Так, раз, два, три, что у меня лежит? Серьезно, железо, золото! Ладно, этот сундук примерно такой же, как и предыдущие сундуки, так, хотя похоже, они вроде как... Не было. Да, было. Лучше, но как бы там ни было, то, что я прямо сейчас сделаю, ребята, будет... Это просто очень нереально красиво! Мы сделаем еще одну такую штучку, заберем еще один сундучок и... А, нет, стоп, я немножко перепутал, видимо, мне нужен был железный блок. Получаем за него сундук оружейника и в нем, надеюсь, там сидят. О май гад, золотые яблоки! Это просто нереальная красота! И все, что мне может появиться, и даже яблоки! Теперь вы спокойно можете сделать себе две штучки золотых яблок. Это такие эмоции! Было еще четыре, получается шесть замечательных, я вам дал заранее. Но нереальная природа! Да, мне нужен именно обсидиан, поэтому, пожалуйста, сундук оружейника... А мы в пляжниках жили! Обалдеть! Я хочу здесь искупаться, я искупаюсь. Может, не сегодня, но я сюда приеду, по-любому. Ничего слышно не будет из-за ветра, но мы все равно скажем. Город Улан-Удэ, столица Бурятии. Нет? Да. Да, Бурятия. Столица Бурятии. И мы находимся здесь. До Хабаровска осталось меньше 3000 километров. Бьется колокол постоянно. Люди договариваются со своим «я». Привет, мы в Чите, нигде особо не гуляли, сейчас едем в тайгу. Да, Ванес? Ага. Привет! Да, Благовещенск. Мы уже здесь. Сзади нас Китай. Китай город. Так что слова далеко как до Китая, это уже не к нам. Веня, помаши ручкой. Вот. Китай, Китай. Эйфелева башня китайская. И красивая желтая луна. Мироша, Мироша с нами. Где? Мирох. Папа, это не желтая луна, а оранжевая. Еще раз всем привет из Благовещенска. За нами Китай-город. Есть что сказать? У нас нечего вам сказать, поэтому любуйтесь Китаем сзади нас. Веня с Бирохом играет. И до встречи в Хабаровске.
едем, пересекаем Амур по мосту. Мы добрались до Хабаровска, но еще не было указателя, что Хабаровск начался. Но если мы уже пересекаем Амур, то Хабаровск должен быть через 1 километр. Вообще легкотня. Да, это не 10 тысяч. То есть мы проехали 9999 километров и остался всего лишь один. А вот и Хабаровск. Продолжаем съемку. А где еще Хабаровск? Через 21 минуту будет Хабаровск. Почему? Мне поставили адрес на Хабаровск. А, это центр города. Да, у меня стоит на гостишку, через 11 минут будет. Да, а в сам Хабаровск мы въедем сейчас. Амур? Или мы их не будем. Блин, только широкая река, нет? Знаешь, мы вообще не будем. А, ну да, он же уходит бочком, а потом идет прямо. И где-то есть гора, откуда фоткали 5000-ю купюру. Так, камера на скорость на... Да. Что это такое? Давай на встречу. Ну мы выдержали. Я когда-то использую знак свой навигатор. Так, значит, пересекать нам... Знаешь, мам? Там еще не было навигатора, я использовался своими камерами. Вон за надпись как Хабаровск. Добро пожаловать. Да, а где каменная глыба? Вот она. Все, мы в Хабаровске. Да, мы приехали в Хабаровск. Ну тогда сфоткаемся. Через 1 километр 10 метров. Поверните направо. Наконец-то доехали до Хабаровска.